Фундамент для изучения основ ислама. У мечети Нур-Ихлас началось возведение медресе. Там горожане любого возраста и пола смогут получить начальное религиозное образование. Какой будет медресе и когда запланировано завершение работ, выясняла Виктория Евсеева. Строительство медресе при мечети Нур-Ихлас было запланировано еще в 90-е годы. И вот спустя почти 30 лет идея стала воплощаться в реальность. Работы начались буквально 2 недели назад. В медресе расположится воскресная школа. В двухэтажном здании появится сразу 8 классных комнат. Сейчас уроки по основам ислама проходят в молельном зале мечети, где недостаточно места для всех учеников. Но проблема тесноты должна решиться в будущем. Здесь также мы планируем поставить 2 комнаты для имама и для муэдзина, чтобы они тоже были всегда около мечети, чтобы могли постоянно находиться около мечети, то есть и жить здесь, и присутствовать во всех намазах. Высота будущей медресе составит около 7 метров, а ее наивысшая точка достигнет 12 метров. Будущих учеников ждут просторные светлые аудитории, но пока работы находятся на нулевом цикле. На сегодняшний момент залита под бетонка. Сейчас происходит армировка, ну и, соответственно, будем дальше продолжать работы. До конца текущего года планируется залить фундамент и установить перекрытие. Остальные работы намечены на следующий год. Однако точных сроков завершения строительства нет. Как и в большинстве подобных вопросов, все зависит от финансирования. Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Челны-24.